Вера, связи со Всевышним. Итак, доброе утро. Мы снова на всех наших трех каналах. Facebook, Telegram и YouTube. Подпишитесь на все наши каналы. Есть у нас еще Instagram. Когда вы подписываетесь на наши каналы и делитесь ими со своими друзьями, знакомыми, вы делаете огромное дело. Вы распространяете божественный свет. Когда вы помогаете деньгами, вот сейчас вышел у нас отчет за октябрь, каждый доллар вашей помощи превращается в 4 часа изучения Торы глобально. То есть 4 часа просмотра уроков Торы. И это огромная, огромная помощь. И мы, знаете как, зажигаем. Ну что, зажжем? Вот мы как раз в Вайкра мы зажигаем. Зажигаем божественный свет. Как написано, каждая заповедь это свеча. Нер мицва. Вы Тора. Тора это ор. Тора это свет. Вы дер хаим. Путь жизни – тохохот мусар. Путь к жизни, к вечной жизни – это нравственное увещевание. То, чем мы сейчас занимаемся, значит, мы как раз пытаемся нравственно понять, как вообще, как подойти правильно к жизни, ко Всевышнему, к себе. Все, доброе утро всем. И мы продолжаем изучать сад благодарности Рав Шалом Аруша. Это самое позитивно-экстремистская книга, то есть он, это экстрим такой, да, тот, кто может понять, осознать и применить это в жизни, ну, то это самые счастливые люди в мире. То есть если вы реально можете понять, например, каждый может, да, то, что здесь написано, можно понять, но применить это в жизни и изменить себя дает такое качество жизни, такой уровень жизни, такой уровень, что это рай на земле, как он вначале обещал, он говорит, если вы так научитесь благодарить Всевышнего, то у вас рай будет здесь. А если мы, представляете, несколько сот человек, мы так соединимся со Всевышним, чтобы был рай, то мы на весь мир приведем этот божественный свет. Скажем, что Всевышний, давай, заканчивай все войны, Машиах, храм, и так будет. Так что мы очень серьезно подходим к делу. Итак, 30-й сегодня урок. Уже 30 уроков мы прошли, еще не прошли, сейчас начинаем 30 урок. Итак, пишет Рав Шалом Аруш, знание смягчает страдания. Он говорит так, знание, что все к лучшему, смягчает страдания в этом мире. И если у человека есть это знание, у него нет вообще никаких страданий. Давайте поймем это. Вот человек сидит, у него, например, там что-то болит, вот у меня вот тут вот болит, да? Ну, чуть-чуть болит. Я специально беру такой легкий пример, чтобы было понятно. Я думаю, это к лучшему. Это к лучшему. Это к лучшему. Думаю я. Спасибо Всевышнему, что у меня болит. И что? Ну, во-первых, у меня перестает сразу болеть. Вдруг у меня все перестало. А если не перестало, продолжает болеть. Но я-то в этот момент, я верю, что все к лучшему. То есть, мое внимание... Мое осознание, мое мышление, я как бы сам, да, в этот момент прикрепляюсь к тому лучшему, что ждет меня впереди от Всевышнего. Даже если боль не проходит, то у меня есть боль, и у меня есть ощущение, что это боль к лучшему. То есть уже как бы все равно это лучше, чем просто... Или вторая реакция, у меня болит... Блин, это к худшему. Наверное, у меня губа отпадет, голова отпадет, и я, не дай Бог, там все закончится, и Бог против меня, и вообще Бога нет, не дай Бог, да, такое сказать. Что, боль остается, к ней добавляется еще гнилость, скажем так. Духовная гнилость к ней добавляется, эмоциональная гнилость. Теперь понятно, да, что знание, что все к лучшему, оно смягчает страдания в этом мире, и в конце концов их уводит, вообще они исчезают. Значит, говорит Рав Шалом Аруш, в мире грядущем тебе будет хорошо, награда твоя будет велика. Да и в этом мире ты только выиграешь, если примешь с любовью те страдания и проблемы, которые у тебя есть. Значит, и вот он рассказывает историю, что во время эфира на радио Рав Шалом Аруш, он выступает на радио, он такой, очень, у меня есть фотография, я вам пришлю, размещу фотографию, я когда-то с ним встречался, с Рав Шалом Арушем, автором этой книги, у меня есть с ним несколько фотографий, он такой веселый, да, по жизни тоже, он такой вот прям сияет. И он, значит, говорит, как-то я был на радио,
И тут какая-то женщина позвонила она в программу и начала жаловаться на свои страдания. И, ну, как-то она начала жаловаться. Я спросил ее, говорит он, а вот скажи мне, вот благодаря этим страданиям ты приблизилась ко Всевышнему? Она говорит, да, я приблизилась. Я начала час в день уделять уединенной молитве. Есть такой метод служения, который он тоже продвигает, что нужно уходить на час в день на природу. И на природе своими словами разговаривать со Всевышним. Обязательно на природе, в уединенном месте, какой-нибудь там лес, парк и так далее. Вот все, где-то выйти в кустах, спрятаться, чтобы видеть только природу. То природа это и есть проявление Всевышнего в чистом виде, без включения людей. И там именно час, можно начать с 5 минут, но в конце концов дойти до часа, разговаривать со Всевышним, делиться с Ним, говорить с Ним о своих, благодарить, спрашивать совета, рассказывать и так далее. Это называется уединенная молитва. И она говорит, да, благодаря моим страданиям и проблемам, я начала этот час в день молиться, уединенной молитве, и начала изучать книгу вашу «Сад веры». Есть у него еще одна книга, называется «Это сад благодарности», а у него есть другая книга «Сад веры». Я сказал ей, так ты счастливица, как много ты получила. И она тоже начала радоваться и укрепилась в вере, что все к лучшему, ее страдания смягчились. Нужно верить, что все хорошо и в мире нет зла, тогда сразу станет лучше. Но тут какая вещь интересная. Смотрите, если, например, человек к вам приходит и говорит, о, мне плохо, у меня там нога болит, денег нет, кушать нечего, все такое. А вы ему говорите, счастливец, все к лучшему. Это не работает, мне кажется. Ну, то есть человек, он не способен это воспринять от другого. Но если он сам способен изменить свое мышление и в этот момент как бы сказать, да, что все к лучшему, и Бог меня любит, и то, конечно, он смягчит свои страдания. То есть не факт, что он их уберет этим, но факт, что он их смягчит. То есть он как бы добавит себе к страданиям хорошее настроение. Теперь вы скажете, и что это изменит? Это многое изменит. То есть есть изменения, у тебя есть страдания, у тебя есть хорошее настроение. Или если ты не можешь принять это с любовью, у тебя есть те же страдания, плюс плохое настроение. То есть понятно, разница колоссальная. Теперь дальше он приводит еще один важный аспект, такую другую грань вот этой благодарности, когда есть страдания. Он говорит, смотрите, помимо благодарности за добро, ну, первым делом, если человек благодарит за добро, признает добро, когда у него все хорошо, он этим самым сохраняет смирение перед Всевышним. Он признает, что добро от Всевышнего. То есть здесь потеря всего добра начинается с того, лифней шевер гаон, перед крушением вознесения. Когда человек говорит, кухи воцем яди, сила моя и сила моей руки сделали мне всю эту доблесть. Как только человек начинает так говорить и за хорошее перестает благодарить, это начало крушения. То есть вот оно рядом уже падение. Поэтому самое важное, чтобы сохранить, если у вас сейчас все хорошо, пожалуйста, начните 100 000 раз в день благодарить Всевышнего и понимать, что это подарок от Всевышнего. Тем самым вы сохраняете, усиливаете то добро, которое получаете, сохраняете его, избегаете проблем в будущем и так далее. То есть это важно. Если вам хорошо, понять и осознать, что это подарок от Всевышнего, его благодарить. Но, говорит, помимо этого существует и благодарность за нежеланные события, трудности и тому подобное. И в этом как раз идет абсолютное выражение твоего смирения, в принятии с любовью любого повеления Всевышнего. Принятие с любовью. То есть, здесь есть такой аспект, что вот именно когда, если человек за хорошее не благодарил, если он все-таки, знаете, есть люди, которые у них все плохо, но они очень большие гордецы при этом. И они все равно не могут принять власть Всевышнего и понимание, что все от Него. И вот, значит, если человек, он не принимает, Всевышний ему шлет, как бы он ему шлет, говорит, ну расслабься уже, скажи, что да, все от Всевышнего, прими. И вот когда он принимает, приводит здесь Рав Шалом Арош в Шулхан Арухе, в сборнике законов, есть такой закон, Аллаха. Человек должен благословить за зло с чистым сердцем и устремленной душой, так же, как он с радостью благословляет за добро.
То есть, что это значит? Это значит, что он смиряется перед Всевышним и принимает предопределение и управление Всевышнего полностью. И это... Мудрецы говорят, что лучшее лекарство от страданий – принимать их со смирением. Тогда ты вообще не ощущаешь мучений. И дальше он говорит такую вещь, что когда включается на человека мера суда – это когда идет, ну, идет раздача, идет какая-то раздача, неприятности, не получается все. Это называется «с неба включили меру суда». То есть человека судят в этот момент, да? И в этот момент он говорит такое – только смирение может это остановить. Как только человек смиряется, суд оставляет его в покое. В этом и состоит изначальная причина появления меры суда – привести человека к смирению. И как только человек от чистого сердца благодарит за свои трудности, беды, мучения, то есть проявляет смирение, все приговоры тут же смягчаются, и он удостаивается чудесного спасения. То есть так как само такое поведение, оно на уровне чуда, потому что для человека естественно сопротивляться, гневаться, быть несогласным. Когда ему плохо, он говорит, я не согласен, я хочу, чтобы мне было только хорошо. И когда он борется, то продолжается это усилие. Когда он смиряется, он говорит, я принимаю, Всевышний всегда прав, это Бог. Он хозяин мира, он знает, как мне лучше. Он посчитал, что мне за все мои какие-то прошлые события или ради будущих событий, не знаю, расчеты Всевышнего, его расчеты, он посчитал, должно быть так, спасибо. Я принимаю с чистым сердцем, с любовью. Оп, он расслабился. Он расслабился, и в этот момент, когда он расслабился, принял реальность. Он принял реальность, то есть в итоге он просто принял реальность. Это не так и глупо принять реальность, потому что реальность – это реальность, а твое неприятие реальности, сопротивление – это твое сопротивление на базе того, что ты думаешь, что реальность должна идти по-другому. В этот момент, когда он принимает реальность, он соединяется с фактом, да, с фактической реальностью. В этот момент, говорит Рав Шалом Арош, он удостаивается чудесного спасения. Если же он чем-то недоволен или раздражен, то он отвергает страдания и в результате держит в сердце ересь о том, будто в мире есть зло. То есть он, сопротивляясь Всевышнему, он, значит, это как ересь, да, он выступает против Всевышнего. Дальше он говорит, есть проверенный рецепт, как добиться продолжительных и сильных страданий. Это именно нытье. Если кто-то любит беды и мучения, пусть прибегнет к отличному безотказному средству. Побольше роптать и жаловаться. Это он как в шутку пишет, как аллегория, что говорит, хочешь дальше бед, мучений, не дай бог и так далее. Что делать? Жалуйся. И, значит, это проверенное средство. Теперь дальше он пишет, что есть три вида неверия. Три вида вот этой ереси, да? Значит, первый вид, есть три вида неверия. Есть полное отрицание Бога, когда человек вообще не верит в существование Всевышнего. Боже упаси. Значит, ну он говорит, да все случайно в этом мире, все случайно, все делаю я. О, я центр мира. Значит, вообще вокруг все случайно, а я царь. Это первый вид неверия в Бога. Есть люди, которые верят в Бога. Но говорят, Бог есть, глобально Он мир сотворил, Он миром управляет, но в детали Он не влазит. Это второе, значит. И они полагают, что существуют случайности и законы природы, а в своих проблемах обвиняют других или самих себя. Такие люди, они говорят, да, Бог есть, но вот здесь вот, где я нахожусь, работает механика. Опять же, я центр мира, другие люди центры своего мира, Бог не влазит. Значит, все, что здесь происходит, собака припрыгнула на меня, значит, это собака виновата. Или, может, я не туда пошел. Но он не как бы не включает Бога в эту систему того, что происходит с ним в жизни. Это второй вид неверия. Третий вид неверия – это тот, кто верит, что все от Бога, но не признает праведности управления Всевышнего и не видит, что все на милосердие и благо. Он говорит, да, все от Бога, я согласен, собака меня укусила от Бога, значит, и Бог хотел, чтобы меня укусила, значит, собака, вот такой вот Бог, значит. Это третий вид неверия, потому что если верить в Бога по-настоящему, это верить в то, что все происходит к лучшему. И он говорит, что, значит,
Поэтому следует обязательно благодарить, молиться об этом. Но это тяжело. То есть, действительно, человек, который жил в другой концепции. Мы все жили в каких-то схемах, которые возникли когда-то давным-давно. Даже осознать эти схемы очень тяжело. То есть, у человека постоянно происходит механический процесс мышления. Просто механика такая. Вот, а у нас в квартире газ, а у вас водопровод. Вот. Вот целый день человек, если проследить за своими мыслями, осознать. Вот проснулся утром, включился какой-то мыслительный процесс. И дальше ты идешь, вот так вот течет, он куда-то перетекает. Но он у всех течет по-разному. У каждого из нас этот мыслительный процесс, он управляется какими-то внутренними, очень глубоко сидящими предпосылками, и я это называю намерения, которые сформировались когда-то давным-давно. Например, один человек в детстве, ему было опасно. Да, вот он чувствовал все время опасность от родителей, вот там обижал кто-то и так далее. И вот у него накопилось, он еще маленький был совсем, но у него накопилось в ожидание зла от других людей, да, и ожидание опасности. И всю жизнь его мышление, оно его ведет к вот где опасность. То есть у него внутренний как бы вот этот двигатель. Главный вопрос, который двигает его мышлением, да, вопрос, запрос, намерение, это где опасность. И он всю жизнь он проводит на измене, да, такое. Если, иногда это перерастает в паранойю, иногда это перерастает в тревогу, да, в какую-то постоянную внутреннюю тревожность. Но это все когда-то в детстве он испугался и ждет он опасности. И вся его жизнь это выработка систем защиты. И все его мышление – это обслуживание запроса, где опасность. Другой. Он, например, в детстве он искал удовольствие. Может быть, да? Вот он искал, вот хочу отдохнуть. Вот у него была мысль в детстве. Он с детства уставший. Да, есть эти люди с детства уставшие. И он всю жизнь он ищет, как ему отдохнуть, как не сделать, как съехать, как не сделать. Может, его в детстве заставляли много работать, и он прямо хотел от этого слинять все время, да? Может быть. Третьего еще что-то, четвертого по-другому. То есть у каждого из нас внутри свои вот эти вот двигатели. Теперь он говорит такую вещь, что если вы хотите соединиться со Всевышним и превратить свою жизнь в счастье, в бесконечную помощь Всевышнего, в бесконечную связь с Творцом, в бесконечную радость и то, что называется рай, то, к чему все стремятся. Он говорит, следует благодарить это средство. Но если ты не можешь это сделать, вначале нужно молиться об этом. Просить у Всевышнего дать тебе сильное сердце, способное лишь благодарить и благодарить Его, Бога. Молить, то есть нужно захотеть, чтобы твое сердце, твое внутреннее вот это устремление, оно перевернулось на благодарность. Потому что те детские шаблоны и модели, это не было выбора осознанного. Так получилось. То есть так получилось, так сформировалось первичный слой мышления, и он теперь управляет намерением. А теперь нужно уже во взрослом возрасте вначале включить свою молитву и молиться там, если мужчины молятся 3 раза в день, можно молиться 33 раза в день. Молитва это когда ты просишь Всевышнего и говоришь ему, я прошу тебя, дай мне сердце, способное лишь благодарить и благодарить. Молиться нужно, чтобы в твое сердце не вошла даже тень мысли о том, что происходящее с тобой зло, Боже упаси. Нужно верить, что все исключительно к добру и благодарить за это от всего сердца, разумом и стремлением души, как постановлено в кодексе Шулхан Арух. Это закон. Нужно просить о благодарности, говоря в голос, прям вот в уединенной молитве на природе где-нибудь, или прям громко говорить. «Я верю, что все к лучшему, и все мне во благо, что у меня нет пока супруги, что у меня долги и все прочие проблемы. Спасибо тебе, Господи». Это прямой текст Раваруша. Я говорил, что он экстремист в любви ко Всевышнему. Но вот он говорит, даже если так, нет супруги, спасибо тебе, Всевышний, что нету супруги, спасибо там, что жена меня бьет, спасибо, что жена меня прямо пилит, спасибо тебе, значит, это все к лучшему, я знаю, что все к лучшему. Или, например, спасибо, что у меня долги, спасибо тебе, Всевышний, что у меня долги, прямо спасибо, я знаю, что все к лучшему, что ты это специально мне сделал для какого-то важного дела, чтобы я именно так начал тебя благодарить. Я, кстати, читал, что Рав Шалом Аруш,
У него были долги, он болел очень сильно, у него были жуткие какие-то жизненные проблемы. И он уходил не на час, он уходил на полдня, на 6-7 часов он уходил в поле, там, на уединенную молитву, и там он благодарил Всевышнего. И он возвращался. И когда он возвращался, он сияющий был, он веселый был. И люди ему говорили: как ты можешь быть веселым? У тебя пустой холодильник, нечего кушать. У тебя долги, ты больной вообще, а ты счастливее, чем весь тут район, ходишь тут, сияешь вообще. Как ты это можешь? И он именно на этом, он как раз и начал людям рассказывать, написал все книги свои, книги миллионы, там сотни тысяч тиражей проданы его книг, у него учеников много стало, все, он рассчитался с долгами, и сейчас он целое движение людей, сотни тысяч его книг на всех языках сейчас мира, французский, английский, везде эту книгу читают. Вот так вот. Так что действительно все к лучшему, все к лучшему. Действительно, в ситуации, когда есть проблема, она есть, когда больно, это больно, но можно к этой боли добавить благодарность и ждать чудесного спасения, можно к этой боли добавить страдания, сожаления, нытье, и не верить ни в какое спасение, и даже когда оно будет вот так мимо тебя проходить, это спасение, сказать: уйди, ты мешаешь мне плакать, уйди, ты мешаешь мне плакать, я не могу, я плачу, все. Хорошо, дорогие друзья, значит, и практический урок Рав Зелиг Плистин. Здесь он нам говорит такие практичные вещи про благодарность, которые, в принципе, если человек хочет благодарить, вот если он молит Всевышнего, чтобы ко всему подходить с благодарностью, то у него эта благодарность будет отражаться везде, во всех его мыслях и действиях. И здесь сегодня совет. What your gratitude can do for someone. Что твоя благодарность может сделать для кого-то? Здесь он говорит такую вещь, что нужно понять силу благодарности, и эту силу благодарности ее направлять на то, чтобы приносить пользу людям, давать добро людям. И он говорит, что много людей не осознают позитивный импакт, позитивное влияние, которое они могут оказывать другим. Вот многие люди говорят: ну что я вообще, какую я пользу людям могу приносить? Никакую. Благодарность – это страшная сила. Это такая ценность, которая, ну прям реально, она дает самые мощные, сильные эмоции, она делает чудеса. Когда вы начинаете благодарить Всевышнего, то вы получаете чудеса от Всевышнего. Но эти чудеса идут через других людей. И когда вы начинаете благодарить других людей, то они к вам поворачиваются. Каждый человек многогранен. Подойдите к человеку с кулаками, он вас ударит. Подойдите к человеку с пистолетом, вас посадят. Подойдите к человеку с улыбкой, он, скорее всего, вам улыбнется. Если вы к нему подходите с искренней, продуманной благодарностью, то он вам ответит каким-то супер-мега-добром. Потому что у каждого есть какая-то сторона, которая очень добрая и дающая. И вот он говорит такую вещь, что большинство людей, many people, много людей, не осознают, какой позитивный импакт, какое позитивное влияние они могут оказывать на других людей. Значит, например, люди, которые работают, и они чувствуют себя, большинство людей, которые работают, чувствуют себя неоцененными и их не благодарят. Их не благодарят дома, их не благодарят те же дети, да? Их только критикуют, 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 потом дети уходят из дома. Почему? Потому что родители думают, что быть родителем – это критиковать. Нет, быть родителем – это наоборот поддерживать, это хвалить. И на одну критику должно приходиться 10 похвал. Для того, чтобы ребенок чувствовал себя дома в безопасности, чтобы у него была уверенность в себе, чтобы он был близок с родителями. Да? Муж с женой. Конечно, если жена, она из 10 из 10 интеракций с мужем, 10 это критика, а муж из 10 интеракций с женой, это дай, подай, сделай, и тоже критика. То понятное дело, что какие могут быть отношения. Он говорит, что если вы, кто-то вам сделал еду, вы можете сказать thank you. Но когда мы говорим просто спасибо, как нас приучили в детстве, это не называется поблагодарить. Спасибо большинству людей, он чувствует, что это вы делаете just being polite. То есть просто это принятая такая вещь. Спасибо, спасибо, спасибо. Некоторые даже спасибо не говорят. Но спасибо — это не похвала и не благодарность. Он говорит, что если вы искренне
аргументированно похвалите ту еду, которую вам дали, и поблагодарите за намерение ее приготовить, за желание сделать это вкусно. За, ну, то есть вы приложите какое-то интеллектуальное усилие для того, чтобы поблагодарить, то в будущем это будет делаться для вас с позитивными чувствами, и человек будет эту вашу благодарность вспоминать еще долгое время после этого. Понятно, да? Дальше, дальше, он говорит интересную вещь. Если кто-то благодарит вас, да, то тут тоже, если кто-то вас благодарит, то можно поблагодарить за благодарность. И сказать, I'm tremendously grateful, я очень сильно grateful за твою благодарность. Ты даже не представляешь, сколько, что это значит для меня. То есть, когда вы начинаете отмечать благодарности, которые люди вам дают, то это их мотивирует еще больше вас благодарить. И это то, что нас удивило в Японии. Мы когда были в Японии, то они очень прямо такие, они благодарны. Они такие прям, спасибо. Они, ну, лучший сервис и культуру, которую мы видели, я видел в жизни. Но больше всего нас удивило, когда ты их благодаришь thank you, говоришь им thank you, там, дараба, как-то дети мои выучили на японском, аригате, по-моему, спасибо, потому что так часто они это слово слышали, там, что не выучили на японском, то японцы благодарят за благодарность. Они всегда, когда ты их поблагодаришь, они говорили спасибо, что ты меня поблагодарил. И как раз вот это то, что советует автор книги, что это нужно делать. И дальше он приводит историю, как... Один пожилой учитель, который был уже на пенсии, жил в доме престарелых. И он чувствовал свою ненужность. Жена умерла, дети жили далеко, он жил один. И однажды его бывшие ученики пришли к нему из школы поблагодарить его. И он до конца жизни, это был самый радостный момент в его жизни, он обвесил фотографиями свою комнату. И он вспоминал это до последнего дня своей жизни, что он прожил жизнь не зря. То есть, когда он уже учитель был на пенсии много лет, и пришли его ученики и поблагодарили за тот за тот фундамент, который он в них вложил, который им помог дальше в жизни преуспеть. Я когда сегодня это прочитал, я хочу сегодня вспомнить тех учителей, которые меня учили. Хотя я это делаю. Я, например, очень, ну, несколько человек, которые мне действительно в жизни помогли советами, я их благодарю каждый раз, когда встречаю, а сегодня хочу еще больше как бы продлить. Есть несколько людей, которые действительно мне помогли, повлияли. Хочу им позвонить, написать, поблагодарить их, потому что я понял, насколько это важно и насколько это огромная сила в этом есть. Все, дорогие друзья, вам спасибо огромное, что вы приходите. Очень меня радует, когда нас больше, чем сейчас уже 220 человек на уроке. 54 плюс 68 это 122 плюс 95. Почти 220 человек. И это прекрасно, что столько людей становятся более благодарными, соединенными со Всевышним. И заслуга этого закончится все войны, все злодеи будут уничтожены, все добрые люди станут сильными, светлыми, придет Машиах, будет третий храм. И мы все будем жить в радости и в счастье и распространять благодарность вокруг себя. Спасибо Рав Шалом Арушу, я сейчас найду фотографии, размещу в группе. И, значит, при встрече буду его сильно благодарить, что 200 человек русскоговорящих на платформе Ваикра изучают его книгу. И надо, кстати, кто из Америки, да, там Яков, я знаю, смотрит наши уроки из Америки, он предлагал перевести эту книгу на русский язык. И если вы сможете найти Раби Зелик Плистина и его поблагодарить за книгу «Gratitude, Formula, Stories and Insights», будет отлично. Очень хотелось бы его тоже поблагодарить. Я чувствую огромный импакт на свою жизнь от благодарности. И мы продолжаем. Со всем удачи, успехов, хорошего дня, чтобы Всевышний услышал наши благодарности и восполнил наши недостатки. Каждому дал то, что ему не хватает. И чтобы мы уже за это мы благодарили уже прям без остановки. Все. Всем удачи. До завтра.